Всем привет, меня зовут Гребенкин Иван, я являюсь персональным тренером спортклуба «Платформа» город Ижевск. И сегодня мы для вас снимем комплекс упражнений, который поможет снять напряжение с мышц спины, и вы его сможете выполнить дома. Данным комплексом мы будем решать проблему боли в пояснице и в пояснично-крестцовом отделе. Всего будет 5 упражнений. Переходим к первому. Первое упражнение – подъемы на носки. Ноги ставим на ширине плеч, параллельно друг другу. Задача – подняться на носочки, при этом опираясь на большой и второй палец, не сваливаясь на внешнюю сторону стопы, оставаясь только на большом и втором пальце. При этом колени мы не сгибаем, и первое движение выполняем с запрокинутой головой, то есть смотрим в потолок. Выполнить 5-7 повторений. После чего опускаем голову вниз, подбородок прижимаем к груди, смотрим в пол. Выполняем также 5-7, возможно, 10 повторений. Следующее движение. Голову поворачиваем налево, направо и заканчиваем движение взглядом перед собой. Таким образом, при запрокидывании и повороте шеи мы просто акцентируем внимание на естественных прогибах позвоночника, лордозский фос, и смещаем акцент на внешнюю либо внутреннюю часть голеностопа. Переходим к следующему упражнению. Сгибание ног сидя. Исходное положение – сидя на коврике либо на полу. Ноги врозь, колени прямо, спина по возможности прямая. Руки перед собой. Задача – завалиться на одну ягодицу и согнуть ноги в сторону. При этом колено и стопа должны лечь на пол, после чего вернуться в исходное положение. То же самое сделать в другую сторону. Стараемся сохранить прямое положение корпуса. Сильно не заваливаемся. На руку стараемся тоже не опираться. Сделать от 12 до 20 повторений. Переходим к следующему упражнению, которое называется «Стол». Исходное положение – сидя на коврике либо на полу. Ноги на ширине таза, стопы полностью стоят на полу, руки на одной линии с ногами. Кисти повернуты в ту же сторону, куда смотрят стопы, то есть вперед. Задача из этого положения – поднять таз, запрокинув голову. При этом не отрывая носки от пола. Можно усложнить данное движение и, поднявшись, выпрямить сначала одну ногу, затем другую. Выполняем 10-12 повторений. Следующее упражнение – приседания на носочках. Данное упражнение направлено на согласованную работу рук и ног при участии икроножных мышц и, соответственно, мышц спины, которые нас будут стабилизировать, когда мы будем выполнять это упражнение. Исходное положение. Также ноги на ширине плеч. И задача – подняться на носки, оставаясь на большом и втором пальце. Руки прямые. Локти выпрямлены, пальцы вместе, ладони смотрят вниз, колени прямые. Можно
постоять в таком положении некоторое время для того, чтобы просто найти ровном весе и не падать. И задача. Плавно опускаемся вниз, сгибаем ноги, при этом поднимаем руки вверх. И также плавно возвращаемся в исходное положение. Очень важно согласовать работу рук-ног, чтобы у нас руки не опережали ноги. Плавно садимся и плавно поднимаем руки. То же самое сбоку. Смотрим перед собой. Спина прямая. Выполнить 10 повторений. И заключительное упражнение. Упражнение на растяжку. Исходное положение. Ставим носок к пятке. Строго на одну линию. Постоять некоторое время для того, чтобы, опять же, ощутить устойчивость, чтобы не качаться влево-вправо. Задача. Подбородок прижать к груди и наклониться вниз, постоянно прижатым подбородком руками коснуться пола. После чего поменять ноги. В момент наклона вперед руки расслаблены. Руки не напрягаем, подбородок не отрываем, колени не сгибаем. Если не получается на прямых ногах коснуться руками пола, значит наклоняемся до того момента, пока у нас прямые ноги. И сделать по 2 наклона на каждую ногу. Данный комплекс направлен на восстановление тонических реакций. И он поможет вам снять напряжение с мышц спины. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать мне их лично. Контакты будут внизу под описанием видео. Меня зовут Гребенкин Иван. Я являюсь персональным тренером спортклуба «Платформа». Моя основная задача – это реабилитация двигательных стереотипов по методике Монохина. До новых встреч!